Йоу, ребятки! Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Мы продолжаем проходить игрушку под названием This Invasion. Поехали! Довольно крутая игра, как я и говорил в прошлом видеоролике. Мы можем апгрейдить свою пушку, что ли? Или что от нас требуется? Да, ребятки, совершенно верно. Я могу апгрейдить свою УЗИ, и мы это делаем. Со 151 на 162 единицы, и тем самым увеличиваем на еще 11 единиц. Хорошо, отправляемся на задание. Посмотрим, что нас ждет здесь. Я бы не отказался уже от одного оружия, если честно. Жду, не дождусь. Хорошо. У нас тут, мне кажется, полицейский. Пока он будет там что-то стрелять со своего пистолета, я... Ой. Оу май гад. Нельзя позволить умирать себе. И, конечно же, своему союзнику. Так, мне кажется, нужно делать так, чтобы его не убили. Потому что он довольно слабый. И это очень плохо. Так, здесь есть хил, аптечечку я заберу. Так, перезарядиться можно. И прикрыть своего друга. Хорошо. Почему-то он очень медлит, не хочет подвигаться вперед. Не знаю, с чем это связано. Но это факт. А мне приходится разрываться на две стороны, и это очень сложно. Да, ты не только за собой приглядываешь, но и за своим товарищем. Хорошо, идем дальше. Я собираю все бонусы. Так, надо перезарядить пушку. Чтобы была полная обойма. Ну, вы понимаете, да? Тихо. Бетон ломать не надо. Так, здесь мы справились. Куда нам дальше? Как открыть эти ворота? Так, отлично. Моники радио мы нашли. Но Монику мы не нашли. Я предполагаю, что Моника все-таки жива. Мы не должны были опоздать. Мы сделали все верно. И так как она есть на заставочке, мы не могли ее потерять. Правильно? Отправляемся дальше. Поехали. Я не стал апгрейдить на самом-то деле УЗИ. В принципе, мне дамага и так хватает. Не хочу. Потому что... Что такое? Там со спины кто-то видит. Боже мой. Ну давай посмотрим. Ух ты, довольно сложно убивается. Возможно, я сделал ошибку, что не заапгрейдил. Я даже не знаю, что скажет. Так, мне интересно. Да, у него есть ХП, и я могу его потерять. Почему-то он не очень сильно хочет помогать мне. Так, надо немножко отойти. У нас проблемы. Начинается со всех сторон. NPC мой может умереть в любую секунду. Я использую гранату. Которую мог использовать, кстати, гораздо раньше. Что-то я забыл о них, на самом-то деле. Так, ну ладно, тем не менее. Мы справляемся, у него мало ХП, и я не знаю, что делать. Вот так вот я могу его похилить? Или я хилю таким образом себя, и я просрал ХП. Так, надеюсь, она не заражена, потому что она довольно сексуально выглядит. Так, пролазит к ней, а я в заднице, да, типа? Похоже на то. Так, Моника вроде как в порядке, но это не точно. Кызык. Да, они со всех сторон идут. Вот это жопа. Ребятки, всегда апгрейдите, если вам предлагают. Потому что у меня сейчас будет задница. О, черт возьми. Вот так вот у меня последняя граната. Я ее не очень удачно бросил. И это первый проигрыш. Хорошо. Я готов признать свою ошибку. И улучшить УЗИ вновь. Так, давайте-ка вернемся в магазин. И сделаем улучшение. Буквально 8 секунд. Я, кстати, могу улучшить ее несколько раз. Мне кажется, это будет правильным. Потому что, как вы видите сами, дела обстоят не очень хорошо. Так, 19 секунд. Давайте пока посмотрим. У меня хватает опыта на то, чтобы улучшить ее еще раз. Так, мы повышаем на 8 уровень. Как это работает, я не знаю. Работает ли это пассивно, пока ничего сказать не могу. Ребятки, сам еще не разобрался. Так, надо прикупить, мне кажется, гранат, потому что мои закончились. Так, на покупку гранаты надо 1200 долларов и 10 минут. Черт возьми, это долго. Хорошо, мы неплохо улучшили свою УЗИ, в два раза увеличили дамаг. Ну как, два раза. Два раза апнули, на 22 единицы увеличили дамаг. Посмотрим, достаточно ли будет этого. Да, этого более чем достаточно. Теперь они довольно быстро умирают. Теперь все хорошо, я могу не париться за NPC. Отлично, так, мне что-то выпало.
мне выпал какой-то чердеж или что-то в этом духе. Выглядело это очень красиво. Не знаю, редкая вещь или нет, но выпадает мне такое впервые, по крайней мере. Хорошо, не дали мы возможности переползти сюда. Зомби убили его прямо на ходу. Он взламывает дверь, мы видим Монику, всю эту заставочку мы видели в прошлый раз, поэтому нам это не особо сильно интересно. Моники, кстати, очень хорошая грудь. Рекомендую обратить внимание. И нет, я не извращенец. Просто рекомендую обратить внимание. Хорошо, ждем. Первый ползет отсюда, я помню. Перезагрузка. Точнее, перезарядка. Какое непрофессиональное у меня использование сленга. Это очень неправильно. Хорошо, со спины лезет толстячок, я помню. Так, забрали опыт. Здесь пару говнюков, которых надо быстрее убить. Они прям уже очень близко. Как они туда попадают? Они пролазят тоже сквозь решетку. Там у зомби был топор, вы это видели? Так, слава богу, мы успели спасти Монику, а я сумел обеспечить защиту. Я рад. Так, это был 1.9 или 1.10, я не знаю. Так, надеюсь, мы перейдем на следующую главу. Так, мы открыли себе экипу, броню, и первое, что доступно нам, это бейсбольная кепка. Давайте купим ее. Я потратил на бейсбольную кепку 2500, на рюкзак мне придется потратить 3000. Хорошо, покупаем. И еще 2000 придется потратить на перчатки. Делаем. Окей, мы смогли купить себе дальше апгрейд 2000, апгрейд 3000 и апгрейд 2500. Да ну нафиг. Это очень дорого, это прям, мне кажется, нереально дорого. На 9 уровень улучшаем навык Picking Range. И давайте перейдем на открытую карту. Так, 10 уровень. Мне кажется, тогда мы закончим первую свою главу, которая называется The End of the World. Поехали, посмотрим. Так, недостаточно дамага, да? Конечно, давайте улучшать. Вечно им не хватает, вечно им всего мало. Посмотрим, насколько мы сможем улучшить уровень. А пока можно посмотреть, что у нас тут есть интересного. Так, ачивки. А, давайте выполним ачивочку. Раз. Так, зомби-убийца. Два. Вот что там высвечивалось в прошлый раз, ребятки. Мы просто выполнили одну из ачивочек. На самом-то деле, я-то думал, мы что-то получили очень крутое. Так, хорошо, у нас 19 кристаллов. Кристалл это донатная валюта, которая... Покупается за реальные деньги. В принципе, ничего сложного. Хорошо, и еще одна. Еще одно условие выполнено. Еще одна ачивочка нам дается. Мы продолжаем улучшать свою УЗИ. Так, уже у нас дамаг у УЗИшки 195 единиц. Мне кажется, для УЗИ это довольно серьезный. Дэмэдж, учитывая то, что она стреляет 9-миллиметровыми. Так, ну я думаю, последний раз мы апнем ее. Целую минуту нам придется ожидать. Поэтому, ребятки, вернемся через минуту. Ну что, вот и улучшилась наша УЗИшка, ребятки. 217 дамага, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы выполнить это задание. Поехали. Ребятки, вы уже начали играть в эту игру или нет? Если да, обязательно поставьте палец вверх. Ну а я убью за вас пару десятков зомби. Довольно, ух ты, неожиданно поднялись. Довольно сложно убивается, несмотря на то, что я апнул три раза свою УЗИшку. Проходить хардово. Ну, вы сами это видите, и крошить черепа сложнее, чем я думал. Пробиваем первый фронт, собираем ачивы, делаем зарядку и вперед. Так, что нас ждет здесь? Так, у нас здесь новый босс, Спайтер. Давайте посмотрим, что он делает. Не знаю, очень сильно похож на какого-то плеуна, надеюсь, он не будет ничем блевать. Иначе это усложнится. Так, стоп. Да, совершенно верно. Это же токсичный толстяк с того же самого Лаздая. Хорошо, мы собрали новый чертеж, мы отхилялись, идем дальше. Так, мне показывает, что сзади мне нужно установить бомбу. Где именно? Так, вижу. Давайте установим эту бомбу. Так, мне нужно будет сдержать волну или нет? Странно. Бум. Ха-ха. Ха-ха. Так, прошли 10-й этап. И, если честно, довольно-таки легко. Мы дольше крафтили. Хорошо, посмотрим, что у нас здесь есть. А, бесплатный ящик. Ну, давайте откроем. И что у нас тут? 4 карточки на выбор. Раз,
2, 3 и 4. Так, М18-1 Клеймор, клеймо какое-то получили, Фамас Драйвинг и АК-47 Драйвинг, Скриминг Бомб. Окей. Так, позже мы оценим игру. Каждые 4 часа у нас бесплатный ящик. Очень круто. Мне это нравится. За донат можно покупать тоже. Можно получить 10 кристаллов всего за то, что посмотришь ролик. Это тоже очень классно. Мне нравится. Так, что мы можем эквипнуть? Новая нам пушка пока что недоступна. Один из 10 чертежей только собран. Улучшаем максимально навык. Так, можем дальше улучшать другие навыки. Я думаю, мне бы все-таки стоило разобраться в них, чтобы хоть немножко в этом разбираться. Хорошо. Ну что, ребятки, давайте посмотрим. У нас открытая новая локация. Так, у нас открыта Fire Myers Trial. Boss Challenge открыт. Clear Action и Money Challenge. Окей. И, конечно же, глава 2.1. Начато. Ну что, это все, мы продолжим в следующем выпуске. Ребят, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. До скорых встреч. Пока-пока.